огневую поддержку. Конец связи. Стойте! Вражеский танк на дороге! Вижу неприятеля! А юго-запад! Кабан, вышить! Т-72 за зданием, 60 градусов слева! Можете открыть огонь! Прием! Вас понял, вышить! Он у меня на терморадаре, переключаюсь на ручное! Целься! Скоро должны увидеть второй взвод!
город 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял! Морпехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт! Вылетаем! Координаты возможного местонахождения Аль-Асада в столице. Первый батальон уже выбыл. Данные, полученные из нас, свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится российская боеголовка. Времени ждет. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Силы морской пехоты и истребители нейтрализовали ПВО. Но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны схватить Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Опасно. Вернемся через 3.
Это вы должны нас собрать! Задание выполнено, капитан! Уходим, пока они... Первый, говорит палач. Забрались. Готов, бой. Ну как, палач? Что-то.
координаты. Ясно, Николай. Газ, собирай ребят. Отправляемся в Азербайджан. Да, сэр. Говорят, в это время года там просто чудесно.